Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Иммер на карте мира, и сегодня мы будем переходить к бартеру, но эту серию я буду записывать несколько дней, потому что я решил немного отложить переход на бартер и заняться перестановкой немного в нашем поселении, и нужно еще подсобрать немного ресурсов для того, чтобы довести более-менее до ума, и чтобы у нас ресурсы были для того, чтобы построить там хотя бы палатки, рынки там, да, всякие, когда мы к бартеру перейдем, поэтому... Немного придется еще подождать, несмотря на высокий довольно конфликт, который и рост уменьшает, и давит по лояльности. У нас все хорошо по лояльности, да, до 50 она увеличивается из-за того, что просто много армий у нас в столице сейчас восстанавливают свои очки действия. Вот, в целом все хорошо по развитию. Только вот пора бы уже к бартеру переходить, да. У нас нету еще некоторых технологий, которые хотелось бы выучить, но они не обязательны, да. Например, та же валюта, ее пока еще нет, по рукам она не ходит, поэтому, ну, мы ее ждать не будем. Если за... Ну вот, пока я буду записывать эту серию, там, несколько дней, да, завтра воскресенье, может, у меня просто времени не будет перейти к бартеру, ну, в общем... Если до понедельника, вы эту серию будете смотреть, когда? Наверное, во вторник, да? Ну, в общем, где-то так. Если до понедельника валюта не появится, то мы без валюты будем переходить на бартер. Это небольшая проблема, потому что у нас есть уже определенное преимущество, да? Это городская администрация, которую мы вот в прошлой серии, которой мы занимались, да? И у нас городок уже, который... Вполне неплохо себя чувствует, и я думаю, из-за этого уже при бартере будет нам намного проще. Ну вот, также у нас и рынок уже доступен, пошел по рукам, и как только у нас улучшение хранилищ завершится, да, как только мы склады построим, как раз на склады еще тоже нужно будет ресурсы потратить, потому что очень жду склады, и это уже вторая, блин, попытка изучить склады. Там были... 70% шанс, не верю. 99 было, каких 70? Да, сейчас после неудачи уже 100% шанс, конечно. Ну, подождем. Я могу ускорить, конечно же, да, но я не хочу, потому что если на них там нужен будет тот же камень какой-нибудь, то, ну, да. Мы много складов не настроим. Также у нас изучается второго уровня животноводческие фермы. Изучаются довольно бодро. Но, опять же, посмотрим, повезет их изучить или нет через 8 еще часов. 15 фермеров с столицы над этим работают. И еще 10 фермеров из нашего... аутпоста, да, аванпоста. Там я построил, помимо... трех советов старейшин, которые там съедают и администрацию, и эти самые, ну, наш принудительный труд. Но я сносить их не хочу, потому что сносить и строить каждый раз, ну, что-то не знаю, мне не хочется. Пусть они съедают понемногу там этот принудительный труд, это небольшая сейчас по большому счету проблема. Но я построил там также загоны для животных. И там работают 10 фермеров теперь. Как только мы, наверное, изучим... Ну, может быть, не как только, ну, в общем, посмотрим. Как будет время у вот этих вот фермеров с аванпоста 10-рых, мы, наверное, пойдем сельскохозяйственные инновации изучать ими потихоньку. Главное потом под конец не забыть их убрать, да, и поставить нормальных наших сытых, довольных исследователей из столиц, да. В данном случае фермеров. Здесь же... Ну, здесь же то же самое, да? Вот. Ну и также, когда мы будем изучать какие-то технологии, идеи чиновниками, то тоже нужно не забывать чиновников с аванпоста под конец исследования убирать, потому что они там тупые свины, да? И оставлять только наших умных свинов. Вот. Ну, короче, посмотрим.
В столице, да, давайте немножко ближе тут, может быть, посмотрим на перестановку. Плотненько я все к нашей возвышенности поставил. В основном дома в первую очередь, ну и там разные услуги и кое-какое тоже производство в первый ряд. Решил перестроить так, чтобы мы могли потом все это дело немножко позже, когда будет больше для этого возможностей и камня, окружить стеной. Проложил дороги, и за дорогами у нас будет стена. Вот здесь, вот везде оставил один тайл, ну, кроме вот, да, надо будет еще перенести эту штуку, но камня не хватает. Вот здесь везде будут стены, да. Тут по несколько слоев стен будет в дальнейшем в идеале. На всякий случай. И, ну, как минимум, первые два я вот уже разметил. Дальше посмотрим. На третий тоже пойдем, я думаю. Это будет нужно, скорее всего. Может быть, где-то еще какие-то корректировки в дальнейшем будут. Но в целом, более-менее, уже я распланировал так, как меня устроит то, что у нас получается. Ну, во всяком случае, пока что, да? Потому что то, что было раньше, мне не нравилось. Тут я оставил места для таверн сразу. И также я вложил пару очков цивилизации, которые накопились в производство яблок. Потихоньку дополнительные яблочные фермы, поля, ну, в общем, сады сделал на северной нашей региональной территории. Вот. Там немножко меньше картошки производится, но это дело я компенсировал тем, что поулучшал фермы, получается, да, в других наших региональных территориях, где картошка производится. Вот. Ну и в целом в столице тоже, да, у нас тут все по большому счету застроено довольно плотненько. Есть еще место для дальнейших расширений. Но уже как бы, да, ничего нового, никаких ферм, ничего мы тут построить не можем. Я единственное, что думаю, может быть, стоило в столице вместо двух вот этих вот животноводов поставить четырех, может быть, даже хватило бы места для производства кожи животноводов. Они намного меньше места съедают, чем вот эти. Да, а производство коров вынести в регионалки, там мы можем больше себе этого позволить. Мне кажется, наверное, надо будет так сделать. Но немножко попозже поднакопим чуть коров. Здесь у меня коровы в небольшой минус идут, но также в плюс идут они с регионалки на юге. Там плюс-минус в ноль мы по коровам выходим с тем учетом, что мы их на мясо пускаем. Но и я понемногу еще охочусь. Тут у нас периодически, да, коровы спавнятся. Есть что позахватывать. Вот, и, ну, количество коров увеличивается. Вот. И в целом ночью ничего интересного не было, по большому счету. Мамонты наши все на месте. Немного походил, ресурсы пособирал, немного поохотился. Даже, наверное, больше я упор делал на охоту, чем на исследование. Немножко я куда-то сходил нашими исследователями, нашими волковоинами, но по-скромному очень. Вот у этого товарища восполнились все очки действия, да. Им я здесь немного поразведывать успел. И давайте мы отправимся, наверное, немного дальше, куда-то, может быть, чего интересного найдем, каких-нибудь волков. Тут выпало мне где-то на этой территории, я не помню, в записи это было вчера или это уже вне записи было ночью. Пшеницы было 15 штучек, я ее сбросил здесь в Белграде, потому что ходить с пшеницей не стоит. Вот, поэтому давайте посмотрим, подумаем, куда мы пойдем. Мы, в принципе, можем пойти через холмы, даже половить ивенты именно в горах, может быть, повезет им. Нам выпадет какое-нибудь железо или что-нибудь еще. Ого. Тут серьезные дела какие-то были. Так, 6, 12. Ну, давайте, наверное,
15 добычи еще получили, немного рыбы, да, и чутка дротиков. Мы, наверное, рыбу выложим тоже. Давайте, наверное, на вот эту вот территорию сюда зайдем. И посмотрим, где мы тут можем рыбу выгрузить. Наверное, вот здесь, да, его столица будет, ага. И туда прям рыбу эту и закинем. Как тут дела? Не особо интересно. Так, потому что когда мы ходим с едой, то есть довольно большой шанс на ивенты весьма плохие. Весьма плохие. Так, и я бы сходил, наверное, вот по вот этим лесам бы прошелся. Давайте глянем. Так, 58. Мы, в принципе, сможем, наверное, вот в этот городок. Это же у нас городок, если я не ошибаюсь. Так, открывать карту мы не будем. Это аванпост. Тут мы много очков действий не навосстанавливаем. Ну ничего. Еще 40 добычи. Из них 13 рыбы. Ну и там немного глины и кремния нам сюда добавили. Так, ну, я тогда, наверное, в аванпосте в этом рыбу выгружу. И нам хватит очков действия, чтобы вот тут вот еще тайлы разведать и, может быть, словить какой-либо ивент. Правда, если будет ивент с волками, волки к нам не влезут. Предлагаю сбросить кремень. Тоже подарки пооставляем. И идем... Пришли. Так, хорошо. Тут мы часть всей этой территории открыли. Болото проклятое, кошмар. Нам, наверное, будет проще... Ага, тут река. Может быть, вот отсюда еще сможем выйти. Я этого товарища, наверное, здесь и оставлю, да, этого исследователя. И он еще тут походит, я думаю. Ой-ой-ой, что здесь творится? Что тут... Деды ждут своих похорон. Так, тут мы 6 очков действия восстанавливаем. В лагере, да, на 3 будет больше, по 9. В принципе, довольно неплохо восстанавливается. Пару раз в день можно походить, побродить, чего-нибудь поэксплойтить. У нас есть еще очки действия, чтобы выйти, наверное, сюда. 2 семьи, о, 30 добычи. Хорошо, давайте драться. Ну, в принципе, вот с этим уже можно, наверное, и домой возвращаться. Тут-то мы неплохо нагрузились. Все это мне пригодится. Ну, дротики можно выкинуть, но это нас не спасет. Но 15 меди — это вполне неплохо, учитывая, что саму медь я произвожу достаточно медленно. У нас шахт хватает, да, но производство не шибко быстро идет. И нам 15 меди понадобится на исследование плавления дальнейшее. Как раз четенько. Это хорошее событие. О, один волк взял, умер. От старости, наверное. Все запаковывается уже. Он, наверное, был ранен и вылечился сразу же. Я даже не знаю. Ладно, давайте мы, наверное, тогда будем возвращаться. Давайте глянем, что тут в этом Щитвилле происходит. Ну да, у нас серия про бартер называется.
Ну вот, вот уже скоро. Сейчас мы тут посмотрим пару территорий, может быть, еще. И дальше будет перемотка на денек. А там уже, когда ресурсы наберем, будем как раз переходить к бартеру. Так, Щитвель. С медью в столице, наверное, хорошо. Мне никогда не везло на медь в столице. Мне нравятся вот такие вот фермы, не знаю. Маленькие, небольшими кусочками. Вот красиво выглядит. Пшеничные фермы, наверное, не очень нравятся такими кусочками. Может быть, потому что они все большими, да, по одному этому самому. Одна мотыга, одна пшеница. Вот тут вот интереснее как-то смотрится вот эта вот часть. Но пшеничные фермы, наверное, классно смотрятся, когда они большие. Мне больше нравится так. Вообще пшеничка клевая. Так. Маленький-маленький форпостик такой, да? Странное решение, по-моему. Проще было... Тут пару стен поставить и всю эту территорию защищенную типа сделать. Окей. Дойдем мы до Сербии. Я хочу посмотреть, как там в Сербии дела. Давайте посмотрим быстренько на Белград сейчас. И надо было на Будапешт, наверное, глянуть. Мы еще успеем. Да, давайте быстренько и на Будапешт, и на Белград глянем. Может быть, через там недельку вернемся еще сюда, да, и посмотрим еще разок на изменения, которые произойдут за это время в этих двух городах. Но тут вроде бы скромненько. 5,5 ювелиров трудятся. Нормально. О, тут уже бартер полным ходом процветает, ну, или, может, не очень процветает, не знаю. Много, так, да, у него свои ракушки, поэтому много ювелирки и много ракушек есть. Это хорошо. Две рыбы, ламы пасутся себе. Окей. Так. Без каких-либо архитектурных изысков. А вот и Белград загрузился. Загрузки, конечно, долгие весьма. Интересно, почему мне показывает, что тут... Как будто бы рабочих, типа, не хватает или что-то такое. Тоже довольно много ракушек. Тыкве тут пришлось потесниться немного, да. Я не знаю, насколько острова эффективны для обороны. У нас же, да, все свины, даже волки могут плоты строить и передвигаться на плотах. Я про волков, про простых, да, диких волков. Не волковоинов, а даже просто дикие животные строят себе плоты, и волки да медведи. И плывут отважно в атаку. Ну, наверное, да, передвигаются просто по воде на плотах медленнее намного, и это дает время защищающимся перестрелять нападавших. Может быть, как-то так, да? Не знаю. С глиной тут, конечно, тоже такая ситуация непростая. По-моему, та глина, которая в воде, она не добывается. Тут ее совсем немного выходит. Много полей, ровненькие домики, да, на ровненьких улочках. Пока что только 3 форума, да? Моим жителям уже 4 надо было давно. Два суда. Два этих... Я вот не знаю, вторую... Вот эту библиотеку не уверен, что стоило строить. Мне лично, я вот про себя говорю, да? Как-то не в восторге я от нее, но сносить я не стал. В прошлой серии мы построили, да? Так она там и стоит. Так, я теперь, получается, сейчас, наверное, вот здесь останусь.
и буду в режиме лагеря восстанавливать очки действий. Ну, в общем, вступительная часть этой серии у нас завершена. Я думаю, если будет что-то еще интересное, вдруг до перехода на бартер я еще, может быть, запишу. Вот, но в целом теперь ждем и будем заниматься, собственно, самим бартером и всей этой рутиной, которая с ним связана. Но еще денек, получается, один я подожду. Ну вот, денек пролетел незаметно, и мы уже, как я и планировал, готовы переходить к бартеру. За эти, в принципе, несколько дней, за последние, у нас уже начали образовываться первые союзы. Первыми объединились какие-то там корейцы-китайцы, кто-то где-то из тех азиатских стран, Chiefdom of Wu, мы их не видим, не знаем, и у них не слишком такое успешное объединение, обе нации по очкам такие себе были изначально, вот, и отрыв по очкам не слишком большой у нас был, получается. Первые, сейчас все первые три места, если по очкам смотреть, это три союза. Сербия объединилась с Будапештом, и вот эти вот ребята зеленые тоже объединились друг с другом. Вот. И теперь, да, они занимают первые три места по очкам, да, но по очкам победы пока что Латвия впереди планеты всей, но уже победных очков мы не получаем, да, потому что мы с первой пятерки как раз на шестое место, по-моему, слились сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, на шестое место мы слились. Вот, и посмотрим сейчас после перехода на бартер, поменяется ли как у нас, да, наш рост очков. В принципе, нет, мы не догоним еще вот этого товарища. Этот товарищ еще тоже на бартер не перешел. У него все весьма неплохо получается. Он, по-моему, в джунглях там живет где-то. Польша, да, нас обогнала с хорошим таким отрывом за последние вот тоже несколько дней. Хорошо так прям ворвалась в топ. Ну и вот эти вот, да, ребята решили пообъединяться, чтобы, может, не так им грустно было. Вот. И посмотрим, в общем, как дальше дела пойдут. Ребята просят показывать почаще по очкам, кто там где у нас находится. Ну, в общем, давайте посмотрим теперь, что у нас конкретно поменялось за последние дня полтора с момента записи первой части этого видео. Во-первых, где-то тут мои еще ждут восполнения очков действий. Тут у нас где-то мамонт один есть. Я пойду на него поохочусь. Один отряд волков отправил. Ну, чтобы захватить, да не охотиться, а именно захватить мамонта. Наши хранители мамонтов все еще удерживают благополучно четверых мамонтов. Да. Я распустил уже все наши отряды носильщиков, пособирал здесь, неплохо пособирал ресурсов за последние дни, да, дерево немножко собирал тоже, потому что катастрофически по дереву я просел за вчерашний день, камень и землю тоже хорошенько мы пособирали, ну а сейчас нам после бартера уже эти носильщики не нужны будут, потому что такая схема, как у нас раньше работала, да, с наймом, когда мы держали по одному носильщику и нанимали каждые там 3-4 часа, ну, когда восстанавливаются очки действия, дополнительно десяток, шли, собирали ресурсы и потом всех распускали, кроме, опять же, одного, чтобы он восполнял очки действия. Такая схема уже работать при бартере, скорее всего, не будет, потому что за каждый найм мы будем выкидывать деньги. Проще на эти деньги купить нужные нам ресурсы будет, мне кажется. Вот, поэтому, да, после бартера многое меняется. Но боевые отряды, я надеюсь, мы сможем оставить, потому что, ну, не хотелось бы их распускать. Они у нас 50 монет съедают, и нам надо, чтобы у нас была хорошая экономика. Также у нас много зданий едят ресурсы. Давайте посмотрим на наши здания в целом. Что у нас получается по исследованиям? Мы изучили склады. Мы изучили искусственный отбор животных, это второго уровня, животноводческие фермы и загоны, очень хорошая технология, очень важная для нас. Рынок был изучен, рынки я уже построил предварительно в некоторых территориях,
Кстати, я на аванпосте рынок еще не построил. Черт, ну ладно. Там, в принципе, он сам себя вроде может содержать более-менее. Там и еда какая-то есть, да, и... ну, посмотрим, короче. Так, и стража и литье металла были изучены. Тоже две весьма важные технологии, особенно стража в нашей ситуации, когда у нас лояльность... довольно низкая была, да, из-за того, что конфликт высокий, конфликт растет еще. Из-за этого, кстати, и смертность у нас повышается, ну и в целом у нас довольно много жителей. Вот, и стража наша подняла нам лояльность на... где там эта стража? На десятку. На десятку. Тут один к одному повышение лояльности, по-моему, идет. Давайте посмотрим... вот здесь и органы власти, да, десятку лояльности нам дают. Войска 24 дают. Я построил, по-моему, все 12 башен, которые мы можем построить в городе. Это 12 жителей, конечно, там работает постоянно. Им нужно будет еще зарплату платить, конечно же, хотя бы там какую-то минимальную, чтобы они продолжали там работать. Вот. Плюс каждая башенка отнимает... одну монетку и одну административную единичку, что в целом, ну, тоже не шибко приятно, но это лучше, чем строить, например, тех же брутов. Я их до сих пор еще не построил, и пока строить, надеюсь, что не придется для поддержания лояльности, потому что бруты расходуют ресурсы, или серебро, или кожаную одежду, и мясо расходовать постоянно будут. И также тоже их здание требует содержания. Давайте посмотрим, сколько там хижина брутов стоит, скотов, да, 3 администрации, 3 монетки. Но и ко всему прочему, она еще снижает нашу культуру. А культуру терять не хочется. У нас и так ее не так, чтобы много прибавляется. Я смотрел, когда последнее мы очко цивилизации получили, то было 17 часов, да, то есть практически целый день нам нужно, чтобы одну единичку культуры получить, чтобы можно было куда-то распределить. Давайте посмотрим сейчас быстренько, на что я тут повкладывался. Докачал рыбу до 5, решил уже, пусть объедаются рыбой у нас, и... снимаю сейчас единичку с шерсти, потому что тут кое-какие перестановки прошли. И что еще? Да и вроде бы все с прошлой серии, больше ничего я никуда не вкладывал, потому что... ну, не с прошлой серии, а с начала этой серии, с первой части. Потому что, да, не то чтобы у нас много чего куда вкладывать было. Вот, и вот они, башенки, красивые, аккуратненько вокруг, ну, по периметру нашего основного... укрепленного центра стоят склады, да, склады заполнены барахлом всяким. Назначил два именно вот конкретных склада, чтобы здесь только золото, ювелирка и серебро хранились. И тут склад уже тоже практически он заполнен. И один склад для разных металлов. Он, ну, еще не заполнен, хорошо. Вот. Это у нас... если ограничения мы здесь выставляем, можем разрешить конкретные типы товаров на складах очень удобно. И этот склад, где золото, серебро, ювелирка хранится, дает нам 69 богатства. Богатство тоже очень важная тема. И привилегии лидеру, привилегии чиновникам, они это богатство, собственно, снижают. Поэтому я немножко привилегии... тем же чиновникам снизил чуть-чуть до 11, а лидеру наоборот поднял, потому что он нам дает дополнительные, ну, как бы, монетки, и нам это будет нужно. Поэтому перед бартером я немножко привилегии лидеру поднял, на всякий случай. Посмотрим, что у нас сейчас будет получаться. Вот, что еще? Животноводческие фермы, да, были улучшены до второго уровня. Ну, также и загоны, с загонами там все просто и понятно, они в два раза больше помещают, поэтому тут мы порядок навели везде, в принципе, пока более-менее хорошо у нас. Также мясники были улучшены, теперь мы много коров съедаем, и у нас мясо идет в плюс, но не в достаточный плюс.
Я бы сказал, что совсем не в достаточный плюс. Всего лишь плюс 5 мяса у нас получается. Это только на содержание одной территории, если мясом мы ее кормить будем. Это мне не очень нравится. Рыба у нас в скромный минус идет. Мы довольно много рыбы в столице ловим. Это только чисто в столице. У нас еще, по-моему, в аванпосту рыбак есть. И, в принципе, пока что все, но мы еще увеличим количество рыбаков обязательно. Но у нас рядышком постоянно можно рыбу ловить, в принципе, так что у нас рыбозапас большущий есть. Также мясо я распределил по региональным территориям, сейчас по всем. Еще вчера перед тем, как пойти спать, чтобы за ночь там немного населения прибавилось, и перекинул сюда именно активного населения, которое сейчас уменьшается по 2,2, конечно, но мы сейчас с этим будем бороться. Чтобы были люди для того, чтобы работать в торговле, когда мы на бартер перейдем. Так, ну и животноводческие фермы. Я, получается, после улучшения смог перекинуть все наши, практически все коровники на одну ферму. Там 60 с чем-то процентов занятость была. Я чуть-чуть коровников убрал и все остальные перекинул на одну ферму. На вторую ферму я овец, как и планировал, да, поставил здесь овец. Вот это вот все, что по овцам полностью занимает на 100% наших фермеров. Тут мы можем убрать коровники, по идее, да, и построить еще две такие фермы. Им, наверное, этим нужно будет заняться немножко попозже. Также в северной региональной территории я поставил, чтобы там немножко овцы именно плодились. Помимо шерсти просто. Вот, то есть, в принципе, да, скромно очень занимают. Ну, опять же, да, они занимают-то скромно, но довольно много рабочих, получается, нам нужно, чтобы получать много шерсти. Ну, без вкачанных этих очков, да, понятное дело. То есть, места занимают мало, но рабочих в целом не хватает. Рабочих я бы еще хотел бы добавить. Вот сюда у нас тут есть здание, и мы можем позволить себе дополнительную кожу делать. Я бы хотел добавить еще... тут у нас есть уже рабочие. Я бы еще хотел бы на плавильни добавить. Я бы хотел бы еще на производство дерева тоже добавить. Тут у нас есть свободные лесопилки сейчас. Ну, в общем, да, нам рабочих еще хотелось бы гораздо больше. Ювелирка тоже не работает, не то чтобы нам есть из чего ее делать, да, но мы тоже над этим поработаем, наверное, уже в следующей серии. Ну, а еще нам нужно, чтобы в столице, наверное, десяток, а то и больше торговцев работало на распределении товара, когда мы в бартер перейдем, да, то есть это десяток рабочих нам нужно будет чисто на продажу товара населению отправить. Поэтому жителей хотелось бы больше. И для того, чтобы поддерживать здесь больше активных жителей, нам также нужно больше поросят, мне кажется. Ну и больше типов еды, может быть, больше в целом еды и дома поулучшать им. Ну, короче, я поэтому здесь тоже поставил дополнительно врачей, чтобы меньше уменьшалось население наше, потому что пока мы не тянем, да, такое количество, почти 1000 жителей пока не тянем. Ну, сейчас посмотрим, когда на бартер перейдем. Еще давайте перед тем, как мы займемся бартером, посмотрим по регионалкам, по нашим. Я во всех регионалках поставил врачей по 2. Здесь, по-моему, у нас... Да, еще одно рабочее место есть. Я забирал отсюда одного лишнего, забрал в столицу рабочего. Здесь я поставил также рынок сразу. Пока что только здесь поставил его. Посмотрим на нем, потренируемся на этой территории. Посмотрим, как там, что лучше будет нам сделать. Также всех охотников, которые у нас были, я перевел на... животноводов, или вот в этом случае, в случае этой территории, здесь у меня дополнительная картофельная ферма. Может быть, будем картошку продавать, может быть, да, у нас немного будет картофана на продажу в итоге собираться. Ну и, в принципе, вроде бы все. Да, на этой территории у меня еда вообще не производится никакая.
Тут кое-какая производится, но я, опять же, везде, как я уже говорил, мясо пораскидывал по 100 штук, наохотился, да, очень хорошо за последние дни, прям очень много охоты было. Вот, это нам мясо, ну, на какое-то время поможет тоже. Вот, ну и в целом все. Давайте, в общем, будем переходить к бартеру и дальше будем разбираться, смотреть, что да как. Ну что ж, включаем честный обмен и включаем государственные зарплаты. Нам это тоже сразу же нужно будет. Зарплаты, по-моему, мы сразу с честным обменом получаем, если я не ошибаюсь. Пока что не будем включать сельскохозяйственные сборы, ни в коем случае не будем включать вымогательство вообще никогда, скорее всего. Что еще у нас тут? Непотизм нам не нужен, защитник народа нам не нужен, больше здесь ничего нет. И здесь пока что тоже мы ничего не трогаем. То есть только включаем честный обмен и государственные зарплаты. Государственные зарплаты сразу давайте мы выставим на 0... нам, по-моему, тут точечка нужна на 0,1, чтобы было что платить нашим стражникам, да? Стражникам, учителям. И кто там еще у нас на государственных зарплатах сидит, я уже не помню. Ну, в общем, давайте применяем. У нас убралась экономика подарков автоматом. И сейчас посмотрим на наш баланс бюджета. Как он тут обновится или нет. Давайте сейчас глянем. Мы получили 2 очка цивилизации и 500 монет. Все ресурсы стали государственными. Хорошо. Мы можем куда-то или вложиться, или оставить эти очки. Я, наверное... Ну-ка... Ну, сейчас мы, короче, подумаем. Так, во-первых, давайте посмотрим... Мы получили не 500 монет, а 600 монет. Я не знаю, почему так. Почему мы 600 монет получаем. В прошлый раз мы тоже 600 получали. Может быть, потому что у нас рынок открыт или что-нибудь еще. Может, какая-то причина для этого есть. Но мы должны были получить 500 монет по заданию. Так. Да, давайте посмотрим, что я хотел на... На принудительный труд. Принудительный труд у нас пока что на десятке стоит. Тут все пока еще меняется, да, торговый баланс ща пойдет в минус. Весьма... А что за закупки идут уже? Кто кого что покупает, я не понял. Мы сейчас, короче, пробуем. Давайте попробуем без учета двух наших регионалок, какие-нибудь две не будем учитывать. И не будем учитывать... Не технологию, а политику сельскохозяйственных сборов. Да, пока что не будем учитывать, пока попробуем выйти в плюс вот так, как вот у нас есть. Мы, наверное, сразу же поднимем принудительный труд, ну, как минимум до 20. Как минимум до 20. Чтобы у нас деньги в плюс шли. Тут еще, опять же, пока все сейчас восстановится, и мы сейчас в минус пойдем в хороший, мне кажется. Также давайте выберем 3 регионалки. Первые наши 3 регионалки. Вот это, да. А третья какая у нас была? Вот это, если я не ошибаюсь. Или это, по-моему. Да, вот это. Вот эти 3 регионалки, правильно, да. У нас рядом со столицей только регионалки могли быть. То есть их 3 мы сразу давайте поставим, чтобы они отгружали товары нам в столицу, те, которые здесь производятся. Картошка производится здесь... А, во-первых, стоп, первым делом сделаем так, чтобы здесь не накапливались ресурсы никакие. Да, все. Здесь сделаем... Здесь сделаем по нулям, потому что если накопление это оставлять, то мы ничего не будем, ну, мы частично в столицу товар не будем дополучать. Тут у нас, по-моему, ничего и не накапливалось, да? Да, так, хорошо. И теперь отправляем в столицу те товары, которые мы здесь производим. Здесь производство 5 картошки, мы 6 отправляем в столицу.
Так. Идем дальше. Мясо мы здесь не производим. Овец мы здесь производим. Ну, одну поставим, да. В столицу отправляем. Шерсть мы здесь производим. Поставим. Давайте 5, наверное, поставим пока. Так. И яблоки мы здесь производим. Яблоки... 4 поставим. И пусть отправляют. А, насчет шерсти. Правильно я там посмотрел? Да, правильно. Хорошо. И вроде бы все, да? Пошли на вторую территорию. А, здесь у нас производится почти 4 глины. Отправляем. Здесь у нас производится почти 9 картошки. Отправляем. Мясо не производится. 2,2. Ну, давайте 3 поставим, чтобы отправляли репы. Мы там добавим, наверное, я думаю, еще производство репы. И, в принципе, все по этой территории. Да, обновилось хорошо. И отсюда давайте смотрим. Опять же, глина. 4 штучки. А, коровы. Давайте 2 поставим. Пусть будет. А, медные руды. 3. Пусть будет. А, ну и все. Больше здесь тоже ничего не производится. Хорошо. А, теперь в эти 3 регионалки зайдем и поставим там палатки для того, чтобы могли жители есть мясо. Да? Пока что... Только мясом будем кормить мы эти территории. Потом я подумаю, что как лучше сделать будет. Ну, пока тут запас мяса есть, да, мы можем. У нас появились вот такие палатки после перехода на бартер. И одну штучку давайте мы здесь поставим. Поставим сюда критический приоритет. Пока будет строиться, пойдем в остальных территориях. Посмотрим... И, наверное, те 2, которые мы пока что, типа, не учитываем, да, пока что не учитываем, мы там тоже сразу палатки построим. Мы просто посмотрим, сколько с 3 территориями мы, в какой баланс по деньгам, по бюджету пойдем. Давайте сюда. Тоже критичный приоритет, сразу, чтобы сюда рабочий пошел. Вот, и сразу здесь тоже. Сейчас построим тут везде палатки, и потом в столицу пойдем тоже сразу там палатки построим. И пока все это дело будет строиться, посмотрим, что мы еще можем полезного сделать. Так, это вот сюда. Тут я даже склад такой большой поставил. Чтобы яблоки хранить, чтобы не нужно было их в столицу, кстати, отправлять. Блин, точно, может и не надо, действительно. А, они, наверное, производиться не будут, если мы в столицу их отправлять не будем. Да, столица их покупает, типа. Так. Идем в столицу и построим сразу здесь палатки, наверное. Потом по регионалкам тоже поставим, чтобы в столице быстрее они строились. И, наверное, я даже строителей сейчас поставлю, чтобы строительство палаток в целом быстрее шло. Потому что нам нужно кормить столицу, а то сейчас... Вымирание начнется. Столица долго загружается. На паузу нажму. Ух, чё-то капец, как долго в столицу заходил я. Так, и давайте здесь мы ставим много торговцев. Вот я тут как раз место для них. Припас. Я хочу, чтобы торговцы, ну хотя бы часть, была в защищенной территории. Нам наверняка понадобятся еще торговцы. Их мы поставим вот здесь. Тут тоже ряд у меня, предположительно, был чистый. Черт. Что-то тут не то. А, это палатки, палатки. Вот что это не то, я понял. Палатки. Кстати, насчет палаток, их надо в регионалках тоже поубирать. И там производство будет больше. Нам нужно будет больше отправлять товаров. Ну ладно, пока так сделаем. Поставим строителей, чтобы вот это вот все быстрее построилось. И сколько нам? 2 на мясо, 2 на рыбу.
Два на картошку, два на репу. Одежда одна, одежда вторая. Гончарка. Два на гончарку нам надо будет, да? Там что-то ничего не работает, я смотрю. Ну, потому что сейчас пока еще многое невыгодно в плане работ. Два на гончарку нужно будет. Короче, я думаю, да, мы можем сразу, наверное, построить еще несколько торговцев вот здесь. Так, раз, два. И вот здесь вот еще троих поставим. Окей, пока возвращаемся. Возвращаемся. И пойдем действительно поубираем палатки с вот этих вот регионалок. Может быть, там уже достроились? Я несколько минут, по-моему, заходил в столицу. Может, уже палатки здесь достроились. Было бы хорошо. Одни палатки построились, другие надо поубирать. Построились? О, построились. Отлично. Здесь мы ставим чисто мясо. Так, и у нас вот эту палатку мы убираем. Больше яблок производиться будет. И вот эту палатку мы убираем. Овцы и шерсть, да, палатки свои не имеют. И доктора палаток своих не имеют. То есть, в принципе, тут все мы сделали. Но надо теперь посмотреть, по идее, должно увеличиться. Ну, это мы потом уже посмотрим, потом добавим количество товаров, которые будем отправлять. О, стоп, тихо. Да, нам надо. Я что-то поспешил. И мы сейчас кучу мяса просто сожжем. Нам надо поставить продажу, ограничить продажу мяса. Сделать немного, наверное, меньше, чем нужно нашим жителям в этой территории. Посмотрим сейчас, сколько тут получается. По-моему, по 5 мяса должно хватать. Может быть, 6 придется поставить. Еще никто не понял, что тут мясо есть. Да, спрос 6. Ну ладно, ладно, поставим 6. 5-6. Или 5 поставить. Давайте поставим 5 и посмотрим, что получится. Если активное население будет продолжать расти, то будет хорошо. Стоп, а у нас еще ж картошка есть. А картошка, да, во, картошку мы, да, палатку убираем. Все верно. Может быть, кстати, потребление увеличится мясо, да? Необходимое мясо, когда картошки не будет. Наверное, надо 6 поставить. Ладно, пусть будет 6. Хорошо. Не очень хорошо, но что поделать. Нам того мяса, по идее, на сутки где-то хватит только. Так, глина тоже палатку свою не имеет. Здесь тоже ставим мясо. И ограничения по 6, наверное, также поставим. Тут немного меньше требуется мяса, потому что есть другие типы. Были. Сейчас не будет других типов. Да, тут вон хорошее большое поле картофельное. Так. Убираем эту палатку и убираем вот эту вот палатку. Тут, может быть, нужно будет еще вот вместо естественных вот этих вот, да, естественного этого картофеля поля сделать. По-моему, на полях больше мы получаем. 4,7 выходит, а тут у нас 5,2, да, на пол картошки больше на полях выходит. Тут плодородие, конечно, хорошее, но тут тоже вроде можно сделать, да, тут тоже троечка, ну, хорошая троечка.
Здесь тоже троечка. То есть мы можем на пол картошки больше сделать. Если потратим 50 картошки на гигантское поле здесь, да, то можем пол картошки больше за цикл получать. Как-то так. Так, итого уже десятка картошки производится, да? То есть мы уже можем не 9, а 10 вот таким вот образом ставим и отправляем десяток уже. Здесь производится 2,5, тут все так же, да. И глина без изменений тут. Посмотрим, насколько плохо будет в плане еды в этих территориях. Насколько будет не хватать там ее. Если будет сильно уменьшаться рост, да, то надо будет больше картошки отгружать им. Не картошки тут, а мясо. Я хочу, чтобы все ели только мясо, потому что, опять же, мясо требуется меньше нашим жителям, чем картошки. 6 поставим. И тут у нас... Кстати, тут у нас никаких палаток нет, да? Тут только коровники и руда, и все. Да. Больше ничего здесь нет. Так, ладно, хорошо. Пусть обдумывают рабочие и все эти самые потребители, что они уже могут мясо идти покупать. А мы займемся столицей. Я думаю, в палатке уже как раз в столице тоже построились. Надо посмотреть сейчас на баланс бюджета, как там дела. По идее, административного ресурса мы тоже сейчас больше должны будем получать. Из-за того, что мы перешли на бартер, эффективность зданий наша выросла. И даже несмотря на то, что мы на десятку подняли принудительный труд выше... По идее, административный баланс у нас очень сильно увеличился. Тут было около 5. Столица. 50 монет плюсом пока что у нас идет. Торговый баланс в небольшой минус идет. Но это мы пока не покупаем никакие инструменты вообще. Да. Так. Ну и теперь поехали. Загружать столицу едой. Мясо. Открываем вот так и смотрим. Нам надо 25 мяса здесь. Так, ну мы пока ставим по 2 палатки на все типы ресурсов. Так, мясо, как дела? О, минус 69, хорошо. Так, картофель. Без ограничений, без ничего. Картофель. Давайте сразу рыбу, наверное. О, стоп. Вот так мы сделаем. Рыба. 2 на рыбу поставим. Дальше кожаную одежду. Производство как раз 8. Я поставлю... Не, я, наверное, поставлю 8, да. Пусть будет, не будем ограничивать. Так, здесь мы поставим... Просто одежду. Еда у нас, по-моему, производится что-то около 4. Поставим 4. 5 производится, но мы, может быть, накопим еще тоже там до 100. Пусть собирается. Дальше репу поставим. Ой, уволить говорю. Нанять одного. Репу все 8, наверное, можно скармливать запросто будет. У нас 5 производства. Это с импорт... А, 8 производства. Да, хорошо. У нас даже чуть-чуть репы будет в плюс идти. Хорошо. Так.
Дальше ставим посуду. Вот как-то так. Ну и это минимальная базовая необходимость, да, потребностей для нашего города. Минимальная там прям вот совсем минимальнейшая. А теперь нам нужно увеличивать спрос 17, да, по мясу сейчас. Хорошо. Предложение 13. Не все могут картошку себе позволить, что ли? Нет, странно, подождите, подождите. Что с картофаном у нас? Почему у нас распространение 13? Мы должны распространять все 16 картофана. Денег должно хватать запросто нашим жителям на эту картошку. Может быть, еще игра не поняла, что происходит. Так. Яблоки у нас просто копятся. Дальше. Нам надо поставить госзакупки. Дождаться надо, во-первых, пока тут цена на одежду поднимется, да? Но нам надо поставить госзакупки... На молотки, на топоры и на мотыги. И мы сейчас пойдем в страшнющий минус, скорее всего. Потому что все это невыгодно будет. О, у нас даже глина в плюс идет. Теперь хорошо. А, ну она в плюс идет, потому что, наверное, гончарка наша вся это не работает. Ладно, да, давайте убирать палатки будем. Мы можем попробовать перейти здесь в режим высот, да, и так вот хорошо видны палатки. Только здесь надо плюсик правой клавишей нажать и выбрать, чтобы снос зданий был. И убираем палатки. Это наша гончарка, это наша одежда. Так, давайте с ферм палатки уберем. Чтобы вся продукция через эти продавалась только. Что у нас еще где? Рыбаки, да. Обязательно рыбакам уберем палатки. Через дорогу палатку построил свою. Третий рыбак, которого я все время теряю, у нас вот здесь. Так. Ну и теперь дальше в городе по производству. А тут не пойми, какие где палатки сейчас надо будет в нормальном режиме посмотреть. Вот эти удаляем мы точно. Это с производства кожи. Вот эти мы тоже все удаляем точно. И вот эти тоже. Тут надо будет разобраться хорошо. Мясо, да, нам не надо, чтобы продавалось через вот эти палатки от мясников. И... Нам надо в нормальный режим перейти и теперь доудалять оставшиеся вот эти. Ну, вроде бы тут все. Так. Игра, кажется, еще не... А, ну, цены просто не обновились еще, и поэтому мы еще пока по-прежнему идем в плюс, якобы. Для того, чтобы цены обновились... На молотки меня цены устраивают, в принципе, да? Те, кто производят молотки, они уже работают в плюс. Мотыги тоже в плюс. В минус пока что только топоры идут, и тут работа не идет по-нормальному. Мы можем подобрать все топоры, вот таким образом цена обновится. В любую армию берем топоры.
Поднимаем. Подержим, может быть, тут немного. Мы можем, да, чтобы обновилась быстрее игра. И игра поняла, что топоры здесь лежат. Так. И выбрасываем, в принципе, я думаю. Цена поднимается до 10, но не то, чтобы она прям там сильно обновилась, да? А сколько было вот здесь? А, вот, вот, все хорошо. Цена уже поднялась до десятки. Пока я там решил посмотреть в записи, смотрел я на цену или не смотрел. Но десятки нам... А, нет, все как раз уже хватает. Уже доход у этого здания есть. Сейчас рабочие поймут, что уже здесь можно работать. Им будет хорошо. Тут, кстати, не хватает нам чуть-чуть меди. Мы, наверное, можем поставить больше производства сейчас каких-нибудь молотков, да? Я хочу, чтобы у нас 35 меди было в запасе, в хорошем, постоянно. Давайте посмотрим здесь. Металлурги наши получают нормальную зарплату. Хорошо, меня это устраивает. Мы можем тогда, наверное... Да, добавить еще металлургов. На переплавку меди пока что в первую очередь. Давайте наймем... Чтобы больше меди плавилось, мы сможем потом увеличить производство топоров. Хотелось бы, конечно, и олово плавить. Давайте попробуем. Но на олово надо будет ставить госзакупки. Тоже. Это, может быть, даст нам идею бронзы. Когда мы плавим и медь, и олово. И что-то еще там было, по-моему. Я уже не помню в требованиях. Вот доход есть уже какой-то даже. Минимальный. Хорошо. Так. Что там по кожаной одежде? В принципе, мы можем, наверное, попробовать подобрать ее, да? А, уже тоже доход с нее идет. Все хорошо, мы ее трогать уже не будем. С кожанок доход уже идет. И сейчас игра тоже нормально поймет. И сюда пойдут работать рабочие. С производства кремния все уйдут. На нормальные работы. Тут избегается. А зря, тут зарплата-то есть. Давайте проверим, как дела у... Вот этих... Мы не видим их зарплату, типа, да? Но раз не избегается, да, значит, они получают свою государственную плату. Точно так же, как и вот эти. Да, тут мы видим, что они свою одну монетку получают. Старосвины, да, и не уходят отсюда. Это тоже очень-очень важно. Так. Хорошо. И у нас, получается, обновились основные цены, в принципе, да, основные траты наши это сейчас пока что топоры. Ну и в целом инструменты, да, у нас вот госзакупка идет трех видов инструментов наших основных. Больше нам покупать вроде госзакупки ставить ни на что не нужно. Да, дерево у нас. Ну, тут в любом случае получается. Дерево идет в плюс, потому что оно нужно на многих производствах, да? И, кстати, производства эти все уже в минус идут. Эй! Увеличилась цена на медь, может быть. Давайте поставим госзакупки меди. Еще тоже на всякий пожарный. Стоп, стоп, стоп. Да, все правильно. Слитков именно. Ну, короче, я к тому, что дерево мы...
Дерево производится хорошо, оно всегда в нормальной цене будет, потому что довольно большие траты по дереву идут, и это прибыльная профессия. А излишки, которые будут получаться, мы их будем потом выкупать. Сейчас у нас государственное, да, 87% вот этих вот этого дерева нашего государственного, того, что мы накопили до перехода в бартер. А потом дальше все мы будем покупать. И везде здания, которые будут требовать древесину, да, мы будем деньги тратить на нее. Но это по большому счету не столь важно. Нам надо... Короче, то, что вот я делал раньше, мне ребята объяснили, это неправильно было. Когда я ставил госзакупки, разгонял производство, а потом убирал госзакупки, и производство падало со временем, потому что люди уходили работать, да, невыгодно было, они на 30% там работали. Вот, и это трата рабочего ресурса, потому что мы в любом случае за... Товар, который они производят даже без госзакупок, в полсилы, там, в треть своей силы, да, они работают, мы все равно за этот товар будем платить, когда нам нужно будет что-то построить с вот этих вот инструментов. Поэтому нам надо всегда, наверное, держать госзакупки на вот этих вот товарах. Как-то так. Так, ну и давайте теперь вернемся к... Сейчас посмотрим на баланс. Пока в минус еще не идет, но еще, да, скоро пойдет, да, я думаю. И посмотрим пока на удовлетворенность жизнью нашего населения. Ну, не слишком они удовлетворены, но лучше, чем было, по-моему, да, до перехода на бартер. Ну, давайте проверим, что мы можем еще сделать, что мы можем улучшить. Мясо всего лишь плюс 5 производится. Спрос 14. Спрос по мясу до 14 упал. Я в шоке. Давайте уменьшаем. Хорошо. Это два дополнительных мяса, которые могут пойти в регионы. Спрос, предложение... Стоп, предложение 20... А, вот еще палатки, точно, я про них забыл. Одна палатка как раз, которая все нам портит. Так. Вот, и здесь будет 18. Ну, мы, наверное, увеличивать пока что не будем. Дальше, что у нас... Производство 8,8, тут тоже в порядок. Спрос 11, предложение... Производство 2,3, люди отсюда поуходили, потому что невыгодно. Ну, они не поуходили, да, но работают не в полную силу. Давайте попробуем точно так же сделать, поднять одежду вот эту. Кожанка там вроде нормально, да, раз это самое разобралось. А вот эта вот одежда пока еще свою цену не поняла. До 4,8 увеличивается. Мы можем, получается, мы просто ускоряем процесс восстановления цены до актуальной, когда подбираем этот товар. И все, сбрасываем его. И, по идее, буквально сейчас... Через минутку у нас до 4,8 цена вернется. Что еще нам надо? Текстиль отлично, да, в цене поднялся нормально, и текстиль производят там на полную. Давайте посмотрим. Ну, кожанку там начали потихоньку производить. Давайте посмотрим, как она, где она здесь у нас. Ну, цена 2.
Но производства 8 есть, как бы нам этого пока что хватает. Дальше все, что в плюс пойдет, это будет, будет хорошо. Ну и чё? Чё цена не обновляется? Непонятно. На топоры обновилась буквально сразу. С 3 до 10, да, а тут до 4 и 8 что-то не спешит. А нам надо? Нам надо это все дело продавать. А, еще да, на горшки давайте посмотрим. Тут цена 1,3. Ну, они деньги получают, тут все хорошо. По идее, они вот здесь тоже со временем работать пойдут. Пока все предпочитают идти кремень собирать. Ну, камон. Давайте мы поубираем сейчас, так как мы уже не будем постоянно гонять рабочих туда-сюда. Мы можем убрать... сколько получается здесь? Мы можем, наверное, запросто убрать 8... добытчиков кремния. Это я, по-моему, 4-5 убрал. Здесь мы можем еще пару лесопилок поставить, если что. Но народ сейчас пойдет на лесопилке работать, мне кажется. У нас есть свободные лесопилки. А, может быть, их придется тоже убрать. Типа, самая легкая работа, наверное, считается. Потому что все идут в первую очередь... именно кремень добывать у меня. Там нам надо, чтобы в плюс буквально капелька шла там какая-то скромная. Сейчас посмотрим, когда обновится. Да, тут еще можно будет 2, 3, 4, может быть, лесопилки поставить, если убрать еще вот эти вот. Сам кремень, он по-дурацки работает. И не дает лесу... нормально добываться. А так здесь, да, можно будет поставить. А, нет, слушайте. Может быть, две и не влезут. Ну, как минимум, две можно будет здесь поставить. Одну и вторую. Так, что там получается? Пока еще не обновилось. Мы вообще, наверное, пустых только поубирали. Правильно? О, точно, слушайте. Наверное, пустые поубирали. Нам надо еще убирать. Давайте посмотрим, сколько производства 21. Нам надо... О, стоп. Вот тут я, может быть, уже лишних убрал сейчас. Просто, наверное, не обновилось еще на тот момент. Давайте оставим эту. Сюда ее переставим по центру. Камень, землю мы не добываем. Это не весело. Но кирпичи, если что, можно будет попроизводить. Да, запас земли я собрал. Нам, по-моему, там сколько надо? 3 земли на 1 кирпич или... 2 земли на 1 кирпич. То есть это еще 70 кирпичей, если понадобится. И нужно будет со временем, когда молотков чуть больше у нас станет, нужно будет дома все улучшать в столице. А, кстати, да, давайте мы поставим вот сюда критичный приоритет. Наймем рабочих. И поставим, наверное, продаваться картофанчики. Я думаю, мы можем, да? Плюс 15 у нас идет. Мы можем поставить на продажу. Просто чтобы у нас висел этот самый заказ, чтобы торговля какая-то там шла. И сейчас у нас тут... Во. Игра поняла. Это все, что мы видим. А, ну да, у меня не так много торговых сейчас соглашений. Нужно сейчас будет поподписывать со всеми торговые соглашения. Давайте картошка.
Вольные торговцы. Так. Это они покупают по 1,8 и они продают по 3,9. Мы ставим продажу, повторяющийся заказ. Опять же, когда мы переходим к торговле, надо игру переключать на английский язык обязательно, потому что тут все очень плохо на русском. Так, все, теперь хотя бы понятно, что здесь происходит. Выбираем снова картошку. Где там она у нас? Продажа из Риги. Повторяющийся заказ, когда больше... Восьмидесяти. Наверное, да? Продаем двадцатку. Как-то вот так поставим. По 2,5. По 2,5. 2,5 это стандартная цена на еду. А потом мы цену, может быть, если что, подрихтуем. И это плюс 46 монет у нас будет. Давайте поставим, наверное, 10 пока что. Этого, в принципе, будет достаточно более-менее нам пока что. Поставим этот заказ, что был у нас. И давайте в чатик напишем что-нибудь... Что-нибудь такое. И можно просто на самом деле поотправлять торговые предложения всем нашим, кто у нас в друзьях тут есть, да? Хами, да, еще не перешел на бартер. Давайте торговлю в Польшу отправим. И нас интересует трейд агритмент. И, в принципе, все. Все остальные у нас 8 дней. Можем обновить там, например, договор о ненападении. Что там у нас, Peace Treaty и Right of Passage, вот так вот можем сделать. Еще на 15 дней отправить. Ну, короче, это я вне записи поделаю, что-то лагает. Это пока мы в столице, все лагает сильно. Да. Так, смотрим, что у нас по торговому балансу. Плюс 5. Плюс 5. Так. Тут уже кто-то пришел торговать. Но тут-то нечем пока торговать. Что-то как-то... Рим торговлю бросил нам. Так, ладно. Ну, мы в столицу еще вернемся, да. Давайте посмотрим... Теперь на... Некоторые другие... Очень важные вещи. Во-первых, как у нас уменьшается конфликт. Конфликт уменьшится теперь в два раза практически, да? Он у нас до 89 поднимался, теперь до 44 опустится. Лояльность повышается. При этом пока что я не чувствую какой-то острой необходимости распускать наши войска, да, наши формации. У нас вроде бы... Пока все более-менее хорошо. Это при том, что мы только три региональные территории, да, подсоединили к городу. И еще две теперь надо подсоединить. Это еще повысит наш по идее, торговый баланс. И так, и игра крашнулась только что, но вроде бы прогресса мы никакого не потеряли, да, отката никакого не было, поэтому хорошо. Мы пошли в минус. Потихонечку, да, идем в минус. Давайте смотреть, что мы можем с этим сделать.
Глянем первым делом на потери. У нас можно улучшить ситуацию с потерями, да. Немного меньше их мы можем сделать. Надо добавить теперь привилегии снова нашим чиновникам. Давайте на 2 единички добавим, посмотрим, докуда чиновники до 7 монет поднимутся. Мы можем, кстати, им зарплату выдать, а не... Но не уверен, что это будет лучше. Так, содержание территории, содержание формации, понятно, да, политики и зарплаты. Мы, кстати, можем зарплаты уменьшить, по идее. О, или не можем, слушайте, у нас тут лоялочка-то просела. Но конфликт уменьшится на 40, и лояльность у нас на 40 поднимется, поэтому, в принципе, мы можем что-то с этим сделать. Да, мы можем, если что, поднять принудительный труд, чтобы увеличить баланс, но не очень хочется его поднимать. Мы можем уменьшить... Давайте, наверное... Сейчас посмотрим, что там у нас 41-41. До 27 и так у олигархов дела ухудшаются уже. Но у лидера дела повышаются. ВВП нашей страны поднялся. И да, стоимость нашей денежной единицы уменьшилась. А он не перешел случайно? А, вон он сразу кидает, да? Скорее всего, да, торговое предложение. Так. Как мы можем тогда сделать? У нас поддержка олигархов уменьшится. Я, наверное, пока не хочу уменьшать выплаты олигархам. Ну, в целом, да. В любом случае, да, если, допустим, нам понадобятся деньги, мы можем всегда отключить закупку. Что мы там, слитки еще покупаем? Вроде бы пока что тут все. Алло? Не туда нажал. Вот сюда надо было нажать. Вот так вот мы делаем. И, по идее, сейчас наш торговый баланс заметно должен будет вырасти. Ну и, опять же, да, можно на десятку поднять принудительный труд. Давайте поднимем, посмотрим просто, в какой плюс, если нам нужны будут деньги, мы сможем выйти. Торговый баланс уже поднялся на 50. Ну, больше, чем на 50, да, на 60. Из-за того, что закупки прошли, ну, мы не делаем сейчас... По идее, принудительный труд еще не тикнул. Мы еще с десятки получим, наверное, сотню монет, мне кажется. Давайте подождем ради интереса. Получается, вот этот вот принудительный труд в 30 — это такой же штраф к производству, который у нас был без бартера на 10 принудительного труда. То есть те же 20% штрафа к производству. То есть ну, мы теряем вот эти вот, да, 20% бонуса. Ну и десятка у нас, что там, что тут, базовая, считайте. Но знаете, что самое смешное? Я планировал, перед тем, как пойти на бартер, начать исследовать валюту. Я о ней совсем забыл. Мы ее получили, да, она как раз сегодня, по-моему, с утра пошла по рукам, уже первые ребята ее исследовали. Я думал, ну вот, хорошо,
Все мы прям идеально подготовили для перехода на бартер. Ресурсами запаслись, да, там регионалки поразвивали так неплохо, технологии много поизучали, и вот сейчас поставим еще валюту изучаться, чтобы вот эти 500 монет сэкономить, и вообще все шикарно будет. Все будет шикарно. Да. И как-то я про валюту и забыл. Теперь у нас есть два варианта. Ну, или начать исследовать так, чтобы, может быть, не так было обидно ребятам, которые перешли на бартер раньше, да, до того, как валюта пошла по рукам, и не сэкономили, не было у них возможности сэкономить. У меня возможность была, да, я ее профукал. Но у нас есть еще другой вариант, в принципе. Отменить бартер. Мы получим плюс 40 конфликта на время и минус 20 лояльность. Хочу ли я получить эти штрафы? Лояльность у нас упадет. О, что-то она у нас падает и падает. Слушай, куда ты падаешь? А что ты падаешь вообще? Спрашивается-то. Или у нас нет, легитимность у нас еще держится. Все вроде бы ничего не меняется. Что падает лояльность-то? А, ну, привилегии я чуть-чуть поднял, да? А, принудительный труд я на десятку поднял, верно-верно, вот и десятка сюда пошла, да, согласен. Согласен, но принудительный труд мы подняли пока на время, чтобы чисто посмотреть, сколько в плюс мы сможем как бы выходить, не убирая при этом нашу армию, да, за которую мы 50 монет платим. Но я вообще думаю, что мы, наверное, да, не будем, наверное, баловаться с отменой этого бартера. Как бы можно было, наверное, отменить и потом обратно применить. Поставить изучиться и потом обратно применить. Но я думаю, нет смысла. Да, мы, в принципе, в плюс в неплохой уже выходим сейчас вот даже так сходу. А мы еще можем кое-чего сделать, да, что мы оставили на потом. И мы еще в больше плюс, наверное, выйдем, мне кажется, поэтому. Я думаю, смысла нет. Поэтому давайте изучать. Начинать потихонечку. У нас сейчас удобрения изучаются полностью с нашего аванпоста. И, наверное, с аванпоста я поставлю. И. Ух ты, красиво как. Давайте, наверное, тридцатку. Все, я, наверное, не буду с аванпоста ставить. Тут прям хорошо выходит. Если мы поставим... Давайте мы в любом случае ускорим этот процесс. Да, я накопил там очков немного. И через 2 часа мы сможем и валюту применить. Что еще на 10% поднимет наша эффективность наших зданий. И цены будут меняться получше на автомате уже. Кстати, как там... О, на одежду поменялась уже цена, нормально. Ну да, я, наверное, так пока оставлю, может быть. Торговцы, которые в палатках, они хуже работать, по идее, не станут. И те, которые в этом. На складах работают, да? Они, по-моему, хуже не, работать не будут. Ладно. Так. Как тут дела? О, ну вот, уже... Мне кажется, это еще не полностью набрался весь этот принудительный труд, бонус от тридцатки от этой. Мне кажется, может быть еще больше. То есть да, мы в принципе
в 120 монет, условно говоря, выходим. С учетом даже того, что 50 монет мы еще на поддержание наших армий отдаем. То есть, в принципе, все весьма-весьма неплохо. Это даже если бы мы переходили без всех этих технологий, которые у нас есть, и даже без города, в принципе. Может быть, без города было бы немного сложнее, потому что было бы хуже дело по администрации, и больше были бы потери. Кстати, они тут тоже что-то нехилые. Ну, потому что мы, да, наверное, вот тут вот принудительный труд подняли, и поэтому хуже начали работать наши здания. Вот. И я думаю, что, да, вполне хорошо даже с этой армией мы бы перешли бы на бартер, не имея ни вот этих вот поборов, да, и не имея города, ну и не имея валюты, да, как у нас ее сейчас и нет, в принципе. Мы бы без проблем перешли, и все было бы норм. Так. Хорошо. И давайте... Теперь тогда уже мы подключаем сельскохозяйственные сборы, да, врубаем их на 75 сразу максимум ставим, и при этом мы убираем полностью принудительный труд, на десятку убираем его, так, и... Да и, в принципе, пока все здесь. Ну и теперь давайте присоединим две вот эти регионалки, которые у нас тут есть, в столицу. Мы будем забирать глину оттуда. 3 единички. Мы будем забирать олово. Ну, кстати, это чисто расход. Так-то у нас. Мы будем забирать... А тут больше ничего и нет, да? Глина и олово. У нас чисто производственная такая территория. Да. А там я палатки еще, кстати, не поставил. Блин, да. Думал, потом поставлю после того, как в столице все понастраиваю и забыл. И эти две территории голодные сидели на протяжении последнего там часа, наверное. Так, ладно. Ставим... У нас получается глина здесь раз, и 3 получается, да, вот этих, то есть 4 здания у нас все наши. Здесь есть... Наверное, можем убрать одно олово здесь. Сколько там стоит? 3 молотка. Ну, в принципе, по дешевке на самом деле. Мы можем убрать одно олово здесь и, например, больше картошки выращивать. Мне кажется, это отличный план. Наверное, не так. Хотя... Ну, блин, без вот этого мы 5 выращиваем. И у нас вот есть, в принципе, хорошая территория. Ну, я решил ферму поставить прямо-таки на поле на это. И давайте мы добавим, можем еще немного полей сюда дорисовать. Сколько там получается? 100, 100, 100, 99, 100. Вот так вот бахнем. Поставил здесь уже продажу 6 мяса. Люди еще не поняли этого. Так. Шахта пока еще удаляется. Да, одну мы уберем. Но эти уже работают в полную силу.
По идее, да, почти 2 единички олова у нас идет к нам. Так. Все, фермер готов. Сколько тут получается? 5,7, в принципе, да. Как из нашего поля, чистого поля именно. Без естественных вот этих вот источников. Ну и картошку мы теперь отправляем. Potatoes. Чё там, подожди? Production. Ой, куда? 6. Один и семь. Еще не поняла, что там рабочие появились и что уже, да, работа полным ходом идет. Да, 5,7 идет в столицу. Хорошо. С этой территории мы, в принципе, тоже разобрались более-менее. И теперь идем вот сюда. Правильно, если я не ошибаюсь. Давайте глянем, как у нас там с балансом финансовым нашим обстоят дела. По-моему, еще игра не поняла, что мы до десятки принудительный труд опустили. Еще должна будет опуститься вот эта вот, да, сумма, я думаю. Так, здесь точно так же мы удаляем вот эту вот палатку, во-первых. Ну, тут хотя бы было что есть, с учетом вот этого производства. Мы ставим вот эту палатку. Ну и да, отправляем, конечно же, все товары, которые здесь производятся, в столицу. Тут плодородие чуть похуже, поэтому здесь меньше производится... Давайте с меди начнем. Меньше производится этого... картошки, чем на прошлой территории. Но, в принципе, это уже неплохое производство картофельное, чисто на продажу, если мы будем отправлять все это дело. И вроде бы все. Мясо мы здесь, наоборот, будем покупать. И... нет, не на этой территории у меня рынок есть, на другой территории. Нам, наверное, надо будет все-таки, да, поставить рынки на всех этих территориях и закупать мясо. Будем продавать картошку и покупать мясо. Я не знаю еще, насколько будет хорошо покупать мясо у самого себя, как я вот, да, по единичке продавал своим же территориям, внутренним заказом. Или, может быть, на рынке просто покупать по 2,5 у всех. Но мы сейчас больше торговых предложений получим, и тогда мы уже чуть получше будем понимать рыночную ситуацию. Но пока ждем сейчас палатку, чтобы мясо здесь народу выдавать. Но, кстати, из-за того, что я принудительный труд до десятки снизил, мы, по идее, можем везде поднять да, количество полей. Есть где-то троечка еще. Вот тут еще троечка, типа. Давайте как-то вот так сделаем. Шахта. Да, походу, раз это самое разобралось. Тут еще не поняли, что коров пора продавать в столицу. 5,9, слушайте, неплохо. Так, ну и здесь у нас тоже
Воду мы не продаем, вода у нас автоматом распространяется, мясо, и мы здесь точно так же ставим, наверное, по 6. Давайте проверим, как тут дела. 6 прям ровно просят. Ну ладно, пусть будет, пусть будет. Так, хорошо. В принципе, сейчас все это дело должно более-менее устаканиться. Да, и можно везде подобавлять еще пастбищ теперь. Бедная моя столица. Куда там что добавлять? И бедные наши запасы дерева, смотрите. Было дерево, и уже нет дерева. О, да. О, да. О, я такого товарища и не видел еще. Кажется. Ладно. Но мы теперь производим здесь 1,3 коров. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Поднимаем тогда... Мы можем 1,3 передавать? Да, можем ставить дробные тут. Так, хорошо. Ну, короче, нужно будет теперь по всем регионалкам пройтись, увеличить выработку. Но нас сейчас интересует все-таки в первую очередь столица. Посмотрим, как у нас там наш торговый баланс. А, кстати, надо было... Сейчас, надо выйти из столицы пока на секунду. Посмотреть, как дела с лояльностью по регионалкам и в самой столице. Из-за 75 поборов этих сельскохозяйственных. Ну, в целом, торговый баланс нормальный, да? Учитывая нашу армию, учитывая всего лишь 10 принудительного труда. Но если мы увеличим сельскохозяйственное производство, а мы можем, в принципе, его увеличить, то мы получим еще больше торгового баланса в итоге. Но надо проверить лояльность. До 57 уменьшается. Получается, из-за сельскохозяйственных поборов у нас падает лояльность, но падает она... В процентном соотношении от фермеров, потому что поборы только на фермеров идут. Ну, может быть, не на всех конкретно фермеров, но в основном только на фермеров, да? И давайте посмотрим это в циферках. Минус 69 мы получаем лояльности. От сельскохозяйственных поборов вот таких вот высоких. И минус десятку от принудительного труда. Так. Но это число, опять же, у нас зависит от количества фермеров. И там, где их больше, это число будет тоже больше. Да, здесь 51 всего лишь. То есть больше в плане, в процентном соотношении ко всему населению. Поэтому очень хорошо ставить в всех регионалках дополнительные какие-либо там работы для жителей, чтобы там было чуть больше жителей, чем просто одни фермы. Если построить регионалку из 5 ферм, например, и поставить максимально эти сельскохозяйственные сборы в 75, то она отлетит просто, восстание там будет довольно быстро. Вот, поэтому нужно, чтобы там кое-какие другие люди работали. Поэтому доктора, торговцы там всякие, эти загоны, эти склады, везде, где люди работают, это все хорошо, очень заходит в региональные территории, я имею в виду. Так, лояльность, где у нас... Тут всего лишь минус 35, да, потому что тут у нас фермеров совсем мало. Так, ну и короче, нам надо посмотреть. Тут вообще стабильно, потому что всего-то там 4 фермера. Тут плюс 1, минус 5. Повышается до 100, но минус 5. Как-то сомнительно. Как-то пока что сомнительно. Ну, 57 вполне хорошо, да. 75. Вот тут пока еще непонятно. Ладно, давайте посмотрим в нашу столицу.
Здесь уменьшается до 18. Но при этом конфликт у нас тоже уменьшается еще весьма-весьма сильно. И еще, кстати, у нас одну армию можно вернуть. Но она у нас идет на мамонта охотиться. В принципе, нам очков действий, по идее, хватит. Пошли. Пошли за мамонтом. Он у нас, по-моему, вот здесь сидел. Если никто его не забрал. Давайте просто перейдем для начала на эту территорию, чтобы, может быть, ивент какой-то словить. А, немного еды получили. 15 картошек. Ну и теперь можем ловить мамонта. Так. И аккуратненько пробуем возвращаться. Нам, наверное, не хватит, чтобы сюда дойти, да? Надо было еще чуть-чуть подождать, не лениться. Ну, в принципе, еще одно очко действия. Если повезет, нам не придется полный час ждать. И мы сможем зайти в это поселение. А там в лагере через 5 часов мы уже дома. И 5 часов мы запросто протянем. Да. Запросто. С вот такими вот показателями мы 5 часов без проблем продержимся. Персиваль, по-моему, в этот перешел уже. На бартер. Давайте мы... Где он? Вот здесь. Он, по-моему, одним из первых перешел, если я не ошибаюсь. Или нет? Ну, игра. Давай. Так. Торговля. Торговля. Окей. Ну, в принципе, да. Меня пока что устраивает то, что у нас тут получается. Давайте тогда заходим теперь в столицу и будем дальше настраивать столицу. Переработать здесь нужно будет сейчас все фермы. Добавить производство. Мы сейчас можем, наверное, даже поставить больше продажи картошки. Я думаю, запросто. И, может быть, даже покупку каких-то других товаров. Какой-то другой еды на регулярной основе. У нас там есть уже несколько торговых партнеров. Надо посмотреть, чё почём там, да? Это интересно. То есть по 20% мы можем добавить практически везде. Да, это очень неплохо. Но меня больше интересует наше производство мяса, потому что оно в региональных территориях закончится через день. Ну, как минимум две регионалки по большому счету. Ну, наверное, все-таки не полностью, да? Как-никак, две. Не полностью мы можем поддерживать. Так, прошло какое-то время. Я немножко покрутил торговцев, подобавлял там кое-какие товары, чтобы их чуть больше продавалось, потому что, ну, спрос увеличился. Подобавлял полей по регионалкам немного, да? У нас уже мотыги практически все закончились. Закончились полностью все молотки, потому что я начал рынки в регионалках строить, чтобы этими рынками закупать мясо. И на вот эту регионалку нам, в принципе, молотков не хватило. И также... у нас без рынка и, в принципе, без какого-либо обслуживания на данный момент находится наш аванпост. Им тоже нужно будет заняться. Вот, но тут пока давайте мы закупим немного молотков. Их продают по 3,1, да? Ну, нам 6 штучек только надо. Давайте мы 6 возьмем на 18 монеток, чтобы уже, как минимум, начинать строительство... вот в этой регионалке рынка. Рынки долго строятся, там час или полтора даже, если строителей нет. Вот, и
Нам эти рынки нужны будут для того, чтобы снабжать эти территории, регионалки наши мясом. Ну и опять же, тут лишние рабочие будут, а соответственно будет уменьшаться штраф по лояльности от сельскохозяйственных сборов. А сборы у нас будут все дальше расти и расти, потому что, ну да, у нас будут изучаться новые технологии. И, кстати, мы тут еще можем вон целую кучу овец разместить. Но у нас опять же дерево закончилось в столице по большому-то счету, блин, ресурсы просто улетели, вот так вот перешел на бартер и все, вшух, все разлетелось. Сколько я бы не готовился, да, все равно мало. Давайте построим рынок, это монетку будет он съедать, конечно, но ничего. Эти рынки нам нужны. Тут у нас получается, да, и можно увеличить количество пастбищ для производства шерсти, но, опять же, дерева просто нет в столице. Я поставил там несколько мясников еще дополнительных, и мы, получается, плюс 15 мяса сейчас легко делаем. И при этом мы тратим... кстати, а тратим там и больше коров, оказывается, чем я думал. Да. Мы производим 3-4. Ну, правильно, в столице одну, и здесь одну, и здесь одну. Ну, в среднем так, да, получается у нас что-то это подглючивает территория. Один и один. 1.3, да, и в столице... Ровно один. Ну, тут можно, да, увеличить количество пастбищ, но, блин, я даже не знаю. Я бы лучше эти пастбища перенес бы в какую-то вот в эту регионалку, а оттуда забрал овец бы в столицу, например. Но тут, опять же, нужны для всего этого ресурсы, много ресурсов. Но дерево потихонечку собирается, хорошо. Вообще, конечно, в идеале бы сразу и дерево, может быть, поставить на закупки государственные. По 0,8 мы их покупаем. У нас, типа, скидка, да? Вот, но... Это просто долго обновляется, по идее. Без закупки древесины мы должны в плюс 1 выйти, по идее, как бы. Как бы. Так, хорошо. Я в любом случае сейчас жду, пока изучится валюта. Надо будет обязательно, обязательно поставить будильник себе, чтобы я не пропустил. За там минут 5, например, желательно, наверное, до того, как изучится эта технология. И убрать отсюда лишних рабочих. Причем не просто убрать, да, убрать до нуля. Подождать, пока тут по нулям все останется, и потом запустить снова пятерых рабочих и, ну, исследователей. Ну вот мы еще, кстати, 10 монеток получим в наш баланс, когда эта технология изучится сама по себе. Ну а потом еще на 10% увеличится производство всех наших зданий, а это значит, что мы можем или на 10% поднять принудительный труд, или... Да, как бы не поднимать и ждать еще больше ресурсов, чтобы еще расширить наши фермы, там, поля все эти по регионалкам. И со столицей тоже надо что-то делать. Надо в столице, наверное, скомбинировать сейчас кое-как и уменьшить просто количество фермеров рабочих. Я думаю, да, это будет лучший вариант. Особенно, когда мы сейчас на валюту перейдем. Да. И в следующей серии у нас будет уже 2 дополнительных очка для расширения. Мы сможем деревушку организовать. А это значит еще дополнительно. Да, одна столичная территория небольшая и одна регионалка, с которых мы можем тоже полезные ресурсы добывать. Но опять же, для этого нужно ресурсы вложить. Поэтому нужно будет подождать немного и подкопить ресов. В следующей серии мы займемся как раз новым поселением. Я уже придумал, куда я хочу его
пожалуй, организовать. Так. Да, я хотел посмотреть. У нас получается здесь 20%, здесь 20%. А, тут я добавил, здесь 20%. То есть мы можем одну ферму просто уничтожить, да, и вот эти поля просто перенести на одну. Ну, на эти как-то фермы распределить, посмотреть, как, что получится там. Но да. Как мы это лучше сейчас сделаем тогда? Наверное, все-таки надо поставить сейчас госзакупки и поднять принудительный труд. Как бы этого не хотелось, но надо. Госзакупки именно на инструментах. Может быть, топоры пока не будем покупать. Нам, в принципе, они не к спеху. Но вот молотки и мотыги нам нужны. Тем более у нас, да, вон там много кремния добывают сейчас. Наверное, как-то так мы сделаем. И поднимем... Давайте пока на 20 принудительный труд. Поднимем и посмотрим там через какое-то время, что у нас получится. Главное не пропустить. Через 20 минут сюда не заглянуть. Ну что, у нас вот решающие 30 секунд остались. Ни в коем случае нельзя ускорять вот такие, когда там 1-2 очка осталось. Потому что при ускорении очками, когда технология изучается, то не идет в расчет опыт, не опыт, а интеллект исследователей. И базовый шанс берется в расчет только... в расчет шанса на успех, поэтому ни в коем случае последние вот очки не стоит добивать именно ускорением. Так. У нас по-прежнему может быть неудача, но удача была, хорошо. Так, теперь смотрим, что у нас тут. На двадцатке принудительного труда у нас, в принципе, неплохой плюс, да, плюс 60 был. Это сейчас десятка тикнула за счет исследований. Вот, и мы теперь можем добавить валюту. Давайте посмотрим, что она нам даст. На 10% увеличит эффективность всех зданий. На 10%, что очень важно, уменьшит потери, да. Ну, 10% от 40 не так много, кажется, но все равно. Добавит администрацию для нашей территории, что тоже очень важно для всех территорий. Да, в каждой территории по пятерке будет, круто. На 20% еще уменьшит конфликт. Но и снизит одобрение принудительного труда, да, то есть от принудительного труда у нас, по идее... Хотя нет, одобрение народа это, наверное, вот это вот, да, people approval. Оно сейчас не работает пока. Ну, короче, в любом случае идем и берем валюту. Она бесплатная. Так. И что тоже важно, позволяет динамически изменяться ценам. Не от стоимости производства, а от спроса и потребления. Это тоже очень-очень важно. Вот, теперь у нас надо, чтобы все это дело устаканилось, во-первых. Что там у нас? Производство должно будет увеличиться немного. За счет повышения эффективности всех зданий, опять же, мы, наверное, выйдем, да, на те же 79%, как вот здесь было. Но мы можем как минимум снять пятерочку, я думаю, запросто, да? Мне сейчас деньги не особо сильно нужны. Нам... Да, вроде в ближайшее время много денег на исследование не понадобится. Вроде бы, это не точно, но, по-моему, ничего такого дорогостоящего нет. Все дорогостоящее мы выучили, а могли бы сэкономить, конечно, но... Да. Так, попробуем пятерочку снять здесь, и... Это еще, по идее, да, увеличит производство, может быть заметно, а может быть и не очень... Не очень пока. Ну, конечно, хотелось бы еще и эту пятерочку последнюю снять, чтобы у нас тут просто десятка принудительного труда была. Но пока что все равно у нас не получится полностью отказаться от принудительного труда. Ну и может быть... Хотя с другой стороны. Нам надо поставить закупку топоров, потому что нам топоров еще много понадобится. А с закупкой топоров мы, наверное...
далеко не уедем на 15, поэтому ставим 20-ку пока. Давайте посмотрим, что у нас по потерям. Потеря у нас тут теперь 0. Ух ты. У нас теперь потери все, по идее, с наших других территорий. Административный баланс увеличился до 46. Ни хрена себе. Вот это да. Ну ладно. Я, в принципе, что, не против. До 34 понижается в регионалке наша лояльность. Тут до 50 понижалась еще не так давно, казалось бы. Тут вообще до нуля. Что происходит? Так, давайте смотреть, что поменялось. С конфликта, ладно, да? С конфликтом мы разбираемся. Конфликт до 38 падает. Количество населения, ну, то тоже понятно. Привилегии. Ну, наверное, да. Наверное, как раз вот с принудительного труда мы теперь получаем больше штрафа. Если мы 10 уберем, то у нас на 12 уменьшится. Давайте посмотрим остальные территории. По-моему, самая фермерская территория у меня вот эта выходит. Но мы можем там что-то придумать сейчас, я думаю. Ну, может, не сейчас, когда ресурсы будут. Тут 52, тут вполне нормально. Тут 34 низковато. Низковато, можно не уследить, да, и надо, чтобы там ближе к 50 было. Так. Тут, я думаю, дело восстановится. Мы все-таки тут 40 с конфликта снизится, да, и 40 по лояльности сюда получим, поэтому все нормально. Ну, плюс еще и армия у нас. Через 4 часика, наверное, будет готово. Ну, давай, проснись. Ой, игра, это есть что-то все хуже и хуже с каждым днем. А, ну да. И игра крашнулась в очередной раз. И да, через 4 часа можно будет эту армию очередного хранителя мамонта вернуть в столицу. Давайте посмотрим, как тут дела. Опускается до 2. Ну, в принципе, меня все это более-менее устраивает. Тут надо будет сейчас... тут торговец, по идее, должен будет достроиться через какое-то время. И мы сможем добавить рабочих именно на торговлю. И это понизит, по идее, процент жителей, которых оббираем мы. И, соответственно, общая лояльность населения должна будет подняться. Давайте посмотрим. Тут не достроил, может, уже достроилось. Хотя, наверное, еще рановато. Да, еще будет целый час строиться. Ну, короче, сюда можно будет потом поставить, да, этих троих. И, ну, короче, мы в следующей серии посмотрим, как дела здесь будут. По идее, в любом случае, лояльность ниже 30 здесь не должна опуститься будет. Ну, и здесь, я думаю, тоже не должна будет опуститься, потому что, опять же, балансируется с уменьшением именно конфликта. Причем конфликт уменьшается сильнее, чем... опускается лояльность здесь. Ну, посмотрим, посмотрим. В следующей серии в целом будет видно, как тут ситуация поменяется через денек. Вот. И у нас вполне себе хороший плюс идет сейчас, слушайте. Очень хороший, даже слишком хороший. Но топоры пока не покупаются еще, да? Ну, то есть они там... Заказ есть, но пока я еще не поняла игра, что я от нее хочу... Что мы можем? Давайте еще вот тут вот закупки тоже поставим. Может быть, рабочие пойдут туда работать, на эти производства. И если со всем этим будет по-прежнему, более-менее плюс такой, то можно будет опускать принудительный труд постепенно. Вот. Но в целом, да, в целом...
У нас довольно хороший плавный переход на бартер. На денек нам еще хватит той еды, которая тут у нас есть, да, того мяса, которое разбросано по всем этим территориям. Везде это мясо уже едят, везде, ну, более-менее стабильный рост населения. Да, боже мой, игра раздуплисты, наконец-то. Да. Все. О, так. А тут не открывается. Тут открывается. А тут не... О, тут открылось тоже. Да, тут даже на некоторых территориях очень хороший плюс идет. А, при том, что едят они всего лишь один тип... Так, стоп, 1,8? Я не понял. А, тут я, наверное, палатку не удалил. А тут... А, наверное, я и тут палатку не удалил, слушайте. Нет, supply по нулям. Ха. Да вы так на одном мясе жиреете здесь. Почему 1,8? Если мясо, по идее, не должно им поступать. Идем посмотрим. Надо с этим разобраться. Ну, как бы, рост хороший — это хорошо, да? Нам понадобятся еще жители, которых мы в следующей серии отправим деревушку закладывать рядышком тут. Так, тут палатки нет. А, тут у нас больше и нет, как бы, ничего. Ну да, странно, что 1,8. Или типа... Нет, не знаю. Может, типа 1,8 это когда полностью одной, одним типом еды удовлетворены, это за 1,8 считается. Шесть, а требуется почти 7. Картошку точно не едят здесь, точно, по нулям. Ну ладно, в любом случае это такое. Главное, что все хорошо вроде пока. Ну и в следующей серии мы продолжим. Тут еще нужно будет подкрутить и проследить по политикам, может быть, проценты какие где-то поменять. Это я в следующей серии покажу, расскажу, что у меня как получается. И нужно будет еще, конечно, увеличивать производство товаров, потому что там есть куда расти регионалкам, может быть, со столицы, да, забрать, но, опять же, для этого всего нужны ресурсы, поэтому я денек еще в любом случае просто покоплю ресы, и в следующей серии мы продолжим заниматься настройками здесь, в нашей столице, также... Аванпостом займемся, он пока сам себе там нормально чувствует себя, тут никто ни в чем не нуждается, да, тут вроде бы все порядок. Единственное, что, конечно, не нравится мне то, что культура падает, но с аванпостами так, так как бы всегда. Но штраф от низкой культуры здесь, по-моему, вообще не работает на аванпостах, я уже не помню, неважно. Там все хорошо будет, я думаю. И в следующей серии самое важное и самое интересное, это мы вот здесь вот город заложим. Тут у нас есть обсидиан, там есть немного плодородных территорий, но, наверное, основная как бы тема будет у нас тут для добычи обсидиана, чтобы мы могли на постоянной основе делать украшения. Вот. И еще одну регионалку мы к этой деревушке, которую... Не город, да, простите, я оговорился, а именно деревушку самую маленькую, самую первую. У нас только 2 очка цивилизации. Цивилизации для расширения 2 очка у нас только есть, да. И мы самую маленькую деревушку сможем заложить с одной региональной территорией, которую я подумаю еще, куда тут лучше будет поставить, но в любом случае это тоже еще дополнительные фермы, дополнительные сборы, да, и... Посмотрим, как мы будем поддерживать и развивать еще одну такую территорию, уже более-менее самостоятельную. Вот. Ну а пока что, да, всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии. Давайте посмотрим, кстати, на наш рейтинг, ребята просили. 2850 округлим. К этому рейтингу мы стремимся сейчас.
Ну, вообще по-скромному. В начале сегодняшнего дня, в начале второй половины этой серии, да, у нас было 2700 по рейтингу. Так что тут не густо, не густо. Мы по-прежнему на 6-м месте. Я, если честно, думал, переход к бартеру нам прибавит очков так хорошенько, хорошенько, но не прибавит. Может быть, мы Польшу обгоним и на 5-е место выйдем по очкам, когда там наберем вот эти вот. Ну, опять же, к тому времени, как я наберу вот эти очки, Польша, может, наберет еще больше очков, правильно? Вполне логично. Но посмотрим, что у нас будет в следующей серии, когда мы поселение с региональной территории еще заложим. Как очки тут поменяются, да? Культура у нас, слушайте, какая. Ничего себе. Когда-то у меня самая сильная армия была. Да. Ну ладно, в любом случае, всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.